Так, это если кому интересно. Ёлки дорогущие. Смотрите, какая красавица. Это все на полу будет от котов. 249. Такая маленькая, 40 евро. Маленькие елки не люблю. Вообще просто никак не люблю. Даже если квартиры маленькие, надо, чтобы елка была большая. Ничего страшного. 20 дней постоит, можно и потерпеть. Елки продают живые, 30 евро елка. Рабочая машина. Ой. Смотрите, вот здесь вот жил Карло. Сейчас капюшон один, а на улице дождик моросит маленький. Видите, вот так вот на дороге. Вот эти вот моторины Карла делает. Вот это вот, видите, он закрывает их. Вот его дом. Он вещи перевозит, последние, которые остались в старом доме. Может, что? Карло! Боже, какой он медлительный, это жесть. Вон, видите, сидят вот люди, которые хотят вот так вот ездить. И улыбаются. Довольные сидят. Угу. Карло, guarda. Questa perché qui? È spezzata, dottore, buttiamo tutto questo. Attenzione. Так, ну что показываю. Дом на прощание. Здесь, конечно, Карлос в этом, в этой комнате так он и не жил. Да, Карло? Cosa? Что это такое? Questa кое-что вывозит, кое-что нет. Ему тут надо подкрасить, покрасить и выбросить все. И почистить этот сад. Что-то хорошо.
Ага, он опять муфа. Идите, плесень. Красный, красный. Но здесь очень холодный дом. Капец. Коза это когда? Коза будет? А перкели будет? Так тавалья, пренделанки ла тавалья инказа. Скуза. Уна таца. Крыса кузе. Кузе кузе. Да. Здесь я, пока Карла ходил, покупал моющие средства. Я немножко уже здесь помыла. Ну, тут намывать, конечно, не надо эту квартиру. Дом все равно будет продавать. Вот. Сейчас перекусим. Коза проезжа. Questo di pollo. Ma che le mangio? A letto. Io non le mangio. A letto. A letto di pollo l'ha mangiata dal sole. Questo è questo. Marina, ah, perché cazzo? Un mese già con la telecamera a mano. Un mese già con la telecamera a mano. Ah. È uguale lì. Aspetta, prendo Scotex. Говорится, мыть мне его. Я говорю, господи, я говорю, стоит 100 евро. Ну пусть там 120-150. Выкинул все и забыл. Сейчас в такую погоду куча дел по дому разбирать ему. Мается с этим бассейном. И, конечно, жалко, если он старый свой, новый свой дом вот так вот, извините, слов из песни не выкинет, застрет. Понимаете? Потому что там дом хороший, очень. Ну, холодно там, там у него газ, метану. По-моему, стоит 4... Кванта костель... Карло, кванта костель то газ? И на камера новая. А казано... 5 евро метр кубический. Смотрите, это вот этот Сашин мопед, это он... Сашкин мопед надыбал. Вот, это Сашкин мопед будет. Не мопед, мотоцикл, не знаю, как он называется. Вот, ждет, стоит Сашка. Чем мне пойти на права сдать, я не знаю. Как вы думаете? Знаете, какой классный. Карло, ваду фарели патенты, миларгали. Пусть Саша. Я говорю, мне подаришь, я сдам на права, он говорит, это Саша. Так что Сашка с приданным у нас. Белла, а? Я его фиолетовый покрашу. Слушайте, я, кстати, думаю, вот сдать мне на права, но я же боюсь, вот это прибьешь кого-то и сиди потом там, мучайся в той тюрьме, понимаете, заняться нечем будет. Я вот единственное, что боюсь, я боюсь убить человека. Все. Украина. Правильно. Сейчас переключаемся, начинаю немножко в себя приходить. От вчерашних новостей, я, кстати, читала ваши комментарии за эту челку за мной. Вы знаете, я ее просто отращиваю. Но так как я ее стригу постоянно раз в месяц, кончики срезаю, но у меня очень медленно растет. Но она растет. Я ее, в общем, отращиваю. Я вот здесь постоянно... А, вот, кстати, моя заколочка. Боже, хотя бы не в какашке. Вот так вот закалываю ее. Когда нам не мешает. Такие вот дела. Зачем? А кто мне написал, идите, приведите волосы в порядок? У меня красивые живые волосы. Зачем? Я понимаю, там, если вы троллите, но так тролльте по делу. Конструктивно. Зачем? Что, я что, себя не вижу? Пьяно-пьяно, Карла, она стропарила скена. Я говорю, смотри, спину не потяни, ты мне еще пригодишься. Я вам потом расскажу за женщину, которую он там себе нашел с грудями. Карло, готовь нового коста рогаца, Донна. Он квалити еще, ультимы сетиманы. Чела ла квинта. Вот это не знаю, что ли, да, раконка. У нее пятый размер, Карл.
Pensa te ai tu, io non so. Perché a te думаю. А io, а chi solo io? Non so, l'amico tuo del bar, no? Ma не ти себе думаю, а як там твій друг із бара? Ma io non ce l'ho nessuno, Carlo. Dici tu. Я говорю, у меня никого нет. Tu e io non ce l'ho nessuno. Dai, racconta, è bella, Carlo. E Mora? Темненькая? Мора май. Мора май. Ему не нравятся темненькие. Он только блондин, только блондинок. Sempre bionda, sarò bionda. O bionda, niente. Или блондинка, или никто. Так, а это твоя Фабиана? Con la quinta? Фабиана твоя, con la quinta? Фабиана? А come si chiama? Maria? Sono affari miei. Мне Марио сказал, что ее Мария зовут. Марио де та Мария, как я тебя зовут. Мария, Мария, Карло. Фата престате, Це прима. Быстренько ты сориентировался, он говорит, ты и раньше меня. Ты фата прима. Но. Дальше он был. Если бы ты меня хотела, мы с тобой все время жили вместе. Ну, Карло, se mi fai la proposta di sposarti, если ты предложишь мне выйти замуж, а потом, говорит, к адвокатам пойдем разбираться. Покажу вам обязательно новый дом его. Мне очень нравится, очень. Он такой компактный. Единственное, что он холодный, но это понятно, что он холодный. Потому что он дом стоит на земле. Покажу вам. Ну, мне очень нравится. Комнаты уютные. Он такой телек себе огромный купил. Вот. Кухонка маленькая. Прям вообще такой все миниатюрненькая. Много там тряпка лазить не надо. Ну, мне не спяжешь, что тут типа запрещено на помпу, где функционал. Фай куме вой. Говорит, ему жалко выбрасывать. Я бы не забрала бы. Это то, что мыть это все. Нет, Карло. Его ж потом, а шугары, две шугары, пуры. Его ж еще высушить надо. Да нет, ты что? Allora prenditela. Io la asciugo. Ora arrivi a casa, li butti, non mica ti vai a asciugarla. Ah, cioè, se prendi da me, brosisci e будет freddo. Лежать. Холодно. Я даже вот в этих ботинках сегодня своих замерзла в зиму. Вот они на меху у меня. Но все равно я в них замерзла. А, и кстати, да. Лена Павловна, вам большой привет. Написали комментарий, говорит, Марина, вы по интонации типа подражаете, похожи на маму отличника. Да, я общаюсь с Леной, Леночка, моя зайчка. Мы уже с самого утра, она меня поздравила с Днем Матери. Вот, и так мы с ней в течение недели общаемся. И да, да, я знаю, я замечаю, что иногда интонация, но это не потому, что ты подражаешь. Мне просто нравится, как она говорит, наверное, и подсознательно. То есть это не то, что я, ой, надо включить видеокамеру и говорить так. Нет, 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 это идет уже подсознательно. С человеком общаешься, и все, цепляет. И цепляет меня. Лена Павловна, я вас очень сильно люблю. Огромное вам спасибо за поддержку. Я вам говорю это от чистого сердца. Огромное спасибо за поддержку, за ваши слова, за вашу энергию, которую вы посылаете мне. Я вам скажу честно, вот положа руку на сердце, честно, вы с большой буквы человек и женщина. Честное слово, очень сильно поддерживаете словом, вообще просто, вы моя таблетка валерьянки. Знаете, там нашли свободные уши, выговорились, и Лена двумя словами может вылечить. Vieni qua, Mendoza. Ah, si vede di nuovo, dai. Oh, wait a hot, they say I don't get me. Oh, wait a hot, they say I don't get me. Oh, oh. Dai, questa è rarità, questa dai porta, non buttare, questa qui da quando eri giovane. Ещё когда молодым были, с этим тромбоном ходил, когда молодым были. Он классно играет на этом тромбоне. Вот это он сейчас будет красить здесь, видите, вот умидита пошла. Вот смотрите, видите, грибок пошёл. От сырости, потому что дома надо протапливать, как вы пишете. Все, вы правильно пишете, дома-то надо протапливать. Это сколько надо зарабатывать, чтобы протапливать? Вы что,
как накрутите, вам потом придет за 2 месяца 1000. Нежелание пропадет. Зато как в морозилке, знаете, типа лежите и не стареете. Ой, кстати, я вам расскажу потом один секрет, все-таки нам придется вам рассказать, потому что все, я уже не могу молчать, многие догадываются, поэтому придется вам рассказывать. Капец. Говорит, ты что, решил все-таки мыть? Я бы не мыла, время бы не тратила, честное слово. Карла, человек, танти козы да фары и ора перди он ора перпулире кэль кавало ди пищина. E dove la metto questa cazzo di bici? Io devo, no, a parte devo levare di qua perché questo qui lo devo caricare sul furgone, anzi, mi dassi la mano. Должен, иду. Надо это сейчас, фургон. Он работает на этих штуках, варит. Я говорю, столько дел делать надо, и ты будешь сейчас мыть час целый. Не una busta. Questa. E te la metti nella busta. E la signora li butta dopo quando c'è la plastica lasciano. Dentro nella busta. A piegar la moda. В большой мешок залезет. Все хорошо. Ну, иду. Вымелась под кровати. В общем, смотрите, фасады я протерла. Здесь тоже протерла. Вот это долго думала. Вы знаете, мне так нравится, вот когда он еще ее покупал, он ее, кстати, покупал типа секонда, да, ну, магазин, где сдают, ну, там, уже использованную технику. Мне она очень нравится. Я все равно себе буду брать новую кухню, вот прям под маникюр мой. Вот, ну, конечно, драить я ее не хочу полностью, да, вот, но я хотела снять, забрать ее, но я думаю, что, наверное, не стоит, правильно, на новую кухню все новое. Ну, классная, очень, не знаю почему. Вот я не знаю, почему она мне нравится. Вот просто вот из-за этих вот штучек она мне нравится. Ну, не знаю. В общем, хотя я хочу себе в новую кухню на 2 конфорки, потому что мы много не готовим. То есть нам на семью хватает, вот будет хватать 2 конфорки. Тут яички пожарить, тут яички сварить. Все, лайк. Смотрите, здесь немножко протерла. Ну, там фасады. Сейчас здесь протру. Здесь Карла сейчас будет, ему надо подкрасить вот эти вот окна. Кстати, вы за 6 месяцев до того, когда хотите съезжать, вам надо предупредить хозяева. Но так как у него вот здесь вот получилась, как его сказать, муфа, он сказал, что муфа у вас все равно вернулась, даже когда вы ее не покрасили. Вот. Но он, вот те деньги, которые... Карло, посадили, где ты лошата лисольди, а ла препритария, перки... Я говорю, можно я расскажу? Я же просто не знаю уже, что говорить. Нас мониторят, просто вообще сидят. Я вообще не могу понять. Девки, вам что, заняться нечем? Я не могу понять. Я вот точно, что в Пизе 2 достопримечательности. Я и Пизанская башня, честное слово. Сидите, мониторите, сходите на ту же Пизанскую башню. Там, кстати, 300 ступенек. Пока вниз подниметесь, пока спуститесь, приведете себя в порядок. Чем меня мониторить и потом сидеть на лавочках и трещать. Ничего не изменилось у вас. В Украине у вас вы этим занимались, что в Италию приехали, все равно этим занимаетесь. Но это я некоторым, они знают, к кому я обращаюсь. Но опять же, без негатива так просто, пожелания. В общем, смотрите, он снимал этот дом. Quanto ha pagato Carlo per la casa? Sì. 550 евро стоило снять этот дом. Он снимал очень быстро, поэтому, то есть не было выбора, да, я его попросила выехать из моих апартаментов. Вот, очень быстро мы ругались, поэтому меня прям раздражало, мы на той стадии были, что точно там кто-нибудь пострадал бы. Вот, и это нужно было разъезжаться, потому что, опять же, говорю, много всего ничего не расскажешь, но реально это уже переходило все рамки. Со стороны его, я так считаю, естественно, моя правда, да, со стороны его, типа, он виноват. Ну, кому рассказываю, девки понимают меня, говорят, что да, он виноват, немножко зажрался. Вот, снимал за 550, и он в залог оставлял 500 евро. И вот сейчас, когда он выезжает, он ей сказал, что типа у меня там есть где-то вот окно разбитое, вот оно, кстати. А кто это, дизель, Карло? Кто? Все. Дизель, да? Все. Вот он разбил, видите. Окошко, он говорит, я оставляю окно,
Там что-то еще, коза манжата Байкал, типа он пиццетину ди коза, анки квеста ту валаши. Вот, он там что-то дверь поел, Байкал. И, в общем, он говорит, что я вам эти 500 евро оставляю, типа, ну, и вы это все, она, ну, типа, сделаете. Она говорит, да, хорошо. Оставляет шкаф. И, кстати, вот этот шкаф со времен СССР, многие писали, он не нравится. Мне так нравится такой шкаф. И он еще нравится тем, что он низкий, не знаю. Вот мне он нравится. Стариной попахивает, но мне он все равно нравится. Класс. Старый, не старинный, но старый шкаф. Вот, и он ей оставляет 500 евро за то, что вот где-то что-то поломано, погрызано там и все. Единственное, что он здесь сейчас немножко пройдет быстро. Ну, быстро. Ага, сейчас. Я сейчас быстренько здесь пол протру. И вот смотрите, я для новой женщины Карлоса, видите, вот, снимаю видео специально для нее, смотрите. Какой стал туалет чистый, раковины какие стали блестящие. Я ничего не терла, я тут не умирала в этих батареях, я не сидела, тоже не мыла. Просто протерла сверху и все. Ну, зато, короче, получилось классно. И здесь тоже, видите, я здесь тоже уже протерла. Пахнет свежестью этой комнаты, он вообще никогда этой комнатой не пользовался. Вот такая вот. И сейчас все, что останется, вот это вот отсюда вынести. Этот весь хлам и все. А это, кстати, продолжение от его вот этого шкафа, который он оставляет. Ведро я себе заберу, наверное. Все это. На. На. А я на Рио. Марио. Мы вчера, когда ругались с ним, вечером уже ругались с ним, я ему сказала, если ты сейчас не приедешь, говорю, забудь мой номер телефона, не звони мне больше вообще никогда. Говорю, мне просто надо, ну, с тобой поговорить. Знаете, как вы написали, чемодан, типа, и вроде самой не нужен, и нести тяжело, да? Да. Ки.